Активизировать молодежь и разработать конкретный план действий на ближайший год. Сегодня в Центре зимних видов спорта «Перекоп» стартовал региональный семинар для специалистов сферы молодежной политики. Он продлится 3 дня. На площадке собралась не только профессиональная аудитория, то есть непосредственно те, кто работает с молодежью, но и самые активные представители молодого поколения. Ребята, которые представляли или только собираются представлять наш регион на всероссийских форумах. Кстати, именно форумы являются сейчас основной формой работы с молодежью. С их помощью специалисты выявляют наиболее сильных и активных ребят, которые заслуживают дальнейшей поддержки, в том числе и финансовой. После того, как наш семинар закончится, 24 числа у нас будет уже фестиваль возможностей «Вятка Фьюча» на площадке областного дворца молодежи, где как раз определенные результаты нашей работы в эти 3 дня будут презентованы. И как раз будет очень много площадок, очень много мастер-классов, занятий от наших общественных объединений. И мы рассчитываем как раз на то, что в рамках вот этих 3 дней мы вот те 15 направлений государственной молодежной политики, которые существуют у нас, мы сможем более точно облечь уже в какую-то рабочую форму, там, в какие-то планы, в какие-то конкретные мероприятия.